Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 мая, погода нас не радует. Вот только что я вчера вот здесь вот сидела в футболочке. Сейчас стою в зимней шапке, в шерстяных носках, в куртке, в стяженой. Погода днем у нас 3 градуса. Видите, видно вам или нет, уже маленькие снежиночки летают. Ночью будет минус 4, и вполне возможно снова снег будет покров. В этом году погода не то, что нас не радует, она свирепствует почему-то. Я вот сейчас читаю комментарии по всей стране, у многих и уже что-то замерзло, и что-то сгорело. Люди не готовы вот к таким качелям, то плюс 25, то минус 4 сегодня будет ночью. И растения, скорее всего, не готовы тоже к этим сильным перепадам. И говорят, май тоже будет не очень стабильный. Ну, короче, погода рассердилась на людей, они, вероятно, ее достали. И вот нам нынче испытания, не только нам, но и нашим растениям, останутся самые сильные и самые такие упрямые и среди огородников, и среди растений. Многие, наверное, в этом году, кто начал первый раз, возможно, разочаруются. Скажут, да ну нафиг, что не померзло, то сгорело. Но я хочу вам сказать, что через год-другой вы поймете, что в этом и состоит прелесть, преодоление вот этой погоды, всех невзгод. Когда вы один раз у вас получится, второй раз получится, вы себя так зауважаете, вы будете чувствовать себя царем природы. О, несмотря на все невзгоды, я вырастила, у меня все выстояло, я все сохранила. Вот в этом самая прелесть состоит, и преодоление себя, и преодоление погоды. Поздравляю всех с 1 мая, очень холодно, я пошла в теплицу. Я сейчас пошла на ежедневный обход, смотрю, где какая температура, кому нужна помощь. Может быть, где-то включить обогреватель, потому что так как вчера было тепло, и еще ночью было тепло, ничего у меня не подогревалось. Сегодня ночью придется и печку на опилках затопить там в дальней теплице, и инфракрасный обогреватель включить, и, возможно, ветродуйку. И так как я уже боюсь, что электричество может опять выщелкнуться, сегодняшняя ночь первомайская будет у меня как новогодняя. Спать не буду, буду ходить проверять. Вот эти вот тоннели, которые я для себя собралась высадить, как раз через 2 дня у нас опять будет тепло и жара, буду высаживать это уже для своего употребления, для раннего урожая, именно в открытом грунте. Буду вам все подробно показывать, потому что вот этот метод, самые первые томаты будут именно на этой вот грядке. Ой, до свидания, все, пошла.